Привет, друзья! Сегодня мы начинаем играть в Demolition симулятор. Demolition 2018. Игра вроде неплохая. Посмотрим, стоит ли она того. Поиграем, разузнаем, что да как, что к чему. Итак, поехали. Нам надо взять контракт. Так, так, так. На Т, наверное, нет. А, ну да, правильно. Escape, на работы. Так, работа. Ну и что тут, бля? Так. Ага. Вот, мы приняли контракт. Надо стулья вынести в эту... Будем вытаскивать стулья. Еще четвертый остался. Вот он. А, ну иди сюда.
Так. А, вот эти надо. Ну хорошо, а как мне на крышу попасть? А, вот лестница. На тебе. Надо стены теперь внутри. Против лома нет приема. Так. Здесь, походу, надо все разбирать, оставлять нельзя. Восемьдесят восемь, хорошо. Работа выполнена. Это хорошо. Так, посмотрим, что у нас еще есть. Работа. Так. И куда нам теперь?
А что теперь делать? А, вот, мы и закончили. Так, что у нас след... Ну, я вам скажу так себе. Пока еще ничего, пока непонятно. Ну, будем разбираться. Короче, начали выпендриваться, почему мы статуи разбили. Клиент не очень счастлив. Go there and buy the office. Okay. Так, что здесь? Ладно. Мне надо туда попасть. Походу, правильное направление. Это мой офис, ну понятно. А что мне тут делать-то? Так, он просил там что-то вроде купить надо было.
Сейчас попробуем разобраться. Контракты, еще работа нужна. Я понимаю, а что мне надо делать здесь? Непонятно.
Ну, мы купили офис. Ладно. Руины. Вот мы прошли еще одну стадию. Ладно, сохраним игру.